Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, вчера мы с вами видели пальчик, который больше всего понравился Диане. Сегодня мы увидим тот пальчик, который больше всего понравился мне. Ну, а если вы останетесь на канале, если не пропустите оставшиеся ролики, то сможете выбрать тот пальчик, который понравился вам. Покрываем ноготок темно-серым оттенком и будем вензелить вензеля. Ну а для того, чтобы вензеля наши выглядели еще более волшебными, на липкий слой цвета затираем блестки. Ну и, собственно говоря, мои любимые вензеля на подмалевках. Мы рисуем сначала крупные подмалевочные элементы, и потом на них уже делаем мелкие красивые вензелюхи. Если обратить внимание, то мы видим, что по блесткам гель-лак ложится, ну прямо скажем, хреновенько. Он ложится разводами, какими-то неровностями, но тем не менее, после того, как мы просушили первый слой, уже выполняя тенежку, мы прочищаем края наших элементов и прочищаем вообще элемент в принципе полностью. И для того, чтобы нам легче было выполнять прорисовочку мелких элементов, перекрываем все это безобразие финишным покрытием. Берем тоненькую кисть, берем хорошее настроение и начинаем все это разрезать на мелочухи. Чем мельче элемент у вас получится, чем интереснее вы их закрутите, тем красивее и изящнее получатся ваши вензелюшки. Ну и в этом месте девочки с онлайн-курса тонких линий начинают молиться. А ну, кто напишет в комментариях правильную молитву?
Ну а поскольку нам не хватает здесь второго неонового желтого оттенка, мы его, конечно же, добавляем в этот дизайн. Только здесь его будет совсем чуть-чуть, вот такими точечками. И так как по мне, это просто красотища. Очень интересный дизайн у нас получился, красивый, нежный, здоровский, при этом ярко выглядит. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно, полезно. Встретимся с вами в новых уроках. Пока!